Друзья, если вы думаете, что в Москве постоянно ужасная погода, судя по моим влогам, то нет, у нас бывает очень много солнечных дней, но вот что-то во всех моих влогах какой-то дождь или слякоть, в общем, да. Всем доброе утро. Сегодня очень важный день, потому что сегодня мы будем праздновать мой день рождения. Сейчас я проснулась. Вообще, мой день рождения это 6 мая. И мне в этом году исполняется 14 лет. Мы решили отмечать 2 мая. Вот. И на самом деле 3 человека даже 2 мая не смогли. Вот, но я все равно рада, что эти люди со мной, хоть даже не смогли прийти на мою днюху. Вот. Получается, нас будет 6 человек. И мы будем отмечать сначала в лазерном пейнтболе, потом пойдем кушать. А потом пойдем прыгать на батутах. Я выбирала между киношкой и батутами, и все-таки определилась, что мы пойдем на батуты. Вот так, сегодня мне нужно будет сделать себе макияж, прическу. Чуть позже покажу вам свой лук. Вот, потом мне нужно будет еще собрать рюкзак, потому что там очень много всего нужно взять. И, в принципе, вот сейчас, как обычно, выпью стакан воды. Вот, ну, в общем, да. А что это у нас тут такое? Итак, друзья, сейчас я буду делать себе мейк. Он сегодня будет состоять из хайлайтера, из палетки для контуринга, тени, для век, для бровей, тушь, подводка, ну и кисточки. Итак, друзья, все, я, в принципе, весь мой мейк готов. Ой, что-то я приближаю, да? Да. Сейчас мне нужно будет сделать прическу, скорее всего, это будет какой-нибудь обычный самый хвост, вот. Но, не знаю, посмотрим сейчас. И одеться, вот, да. Итак, друзья, все, я уже готова, как вы видите, просто на полную. Уже у нас в час начинается игра в лазерном пейнтболе. Вот, так что так, сейчас я вам хочу показать свой лук. Мне он очень сильно нравится, вчера его с мамой выбирали. Вот, вот, смотрите, это вот такая вот футболка, у меня все в цвет, ну, кроме кеппи. И вот такие вот штаны, да. И еще я сейчас планирую одеть часы, и, в принципе, я буду готова. Непринужденность. Блин, фокус. Погода у нас, скажем так, такой себе. И мы идем искать Ксюшу. Вот. Она где-то бежит. Сажусь. Крадется. Прячется. За помойкой. Ксюша прячется за шарами. А, нет? Желтый, голубой и розовый. О, понятно. Смотри, а там у тетки не было шаров. Рубрика «Интересная история от Ксюши». Странно. О, шарик. Надеюсь, это не страшный квест. Вы что, идете с нами на день рождения? Да. Здрасте. Итак. Настя. Ну, либо же Никита. Оформляем кредит. Хрюк.
Тагер. Чувствую себя на курсах кулинарии. Нас четверо. О май гад, Женя. Бабки гангстерши. Давай так, давай. Ты почувствуй, как на тебя родину. Да. Риточка. Так, если готовы, сделаем приглашение. Короче, надо сидеть где-то под полем. Да, да, да. Постоянно на эту кнопку, чтобы все были. Надо, чтобы у нас был один аптека, короче. Привет! Тут у нас финансовые махинации происходят. 1xBet, реклама букмекерская контора. Заплатите за рекламу. Плати! А сейчас свет выключаем. Стоит коллег по-другому. Стоит по-другому. Итак. Припадочный. Итак, все, мы уже поиграли в пейнтболе, да? Нагибатор. Нагибатор! До свидания. До свидания. Приходите еще. До свидания. Какую? О, блин. Все, мы сейчас едем в зеленопарк. Почти едем. А, кстати, в машине Ксюшины шарики. За которыми я бегала 20 минут. Я опоздала немножко на 10 минут. Погоня! Как жизнь? Хорошо. А, или ты? Ну что, обалдел, что ли? Или за него компания штраф платит? Он там детей вообще-то везет. Запомните этот номер, никогда к нему не садитесь. Сейчас. Ой, офигеть, как приближает. Итак, как вы понимаете, мы уже кушаем. Где плов? Не матерись! Что за упоротые собаки? Вы на них посмотрите просто. Ксюша и раздача карт. Кто-то гнал на меня еще. Мешал. Я. Вот так вот мы умеем мешать. Артема слили. Мне нравится. Я здесь гангстерша. Ну, хорошо. Мы выиграли с Викой. Да. Давай, желтый. Пип. Давай еще один. Да что, замахать? Да тут смотри, вообще... Это я положил поход тебе, она положила это. Артем качает права. Ты дал ей пик. Хорош. Привет. Зеркало, да? Кто-то проиграет, по-моему, сейчас. Ну, говори. Артем. Итак, друзья.
сейчас, блин, да дорогу. Сейчас мы пойдем на батуты. Красота. Да. Да подожди. Артем. Артем дебил. Артем дебил. Настя на eBay пакетик заказала. Или оригинал. Папа купила даже. Ля-ля. Темно? Фу, с саниной воняет. Откровение. Итак, друзья, мы уже довольно долго прыгаем в батутном центре. Фу, Настя, к сожалению, уже уходит. Вот. Мы потом еще, наверное, покушаем мороженое. И все. Вот. Ну, сейчас мы пока что прыгаем. Где-то 20 минут. Мы очень устали. Да, вообще жесть. Я просто горю вся. О боги. Кошмар. Ксюша свинья. Жирная такая, огромная. Класс, это вкусно. Обожаю, обсирают друг друга постоянно просто. Фу, ой. Жарко, и ты пьешь? Да, нам дико жарко. Очень хорошо, так купил мороженое. Я еще в ЗП. Итак, друзья, я уже очень давно дома, мы все уже давно разошлись, уже успела погулять с мамой, с барбосами. Вот. Сейчас уже почти 11 ночи вечера, кому как я люблю говорить. Вот, почему-то у меня очень розовые губы, хотя я их не мазал розовой помадой. Странно как-то. Вот, мне подарили кучу классных подарков, все это можете увидеть в моем будущем видосе о подарках. Вот, я просто супер счастлива, и как жаль, что день рождения только раз в году, но я
просто безумно сильно люблю своих друзей. Безумно сильно люблю все эти моменты, которые с ними связаны. Спасибо огромное моим родителям. Ну, мне пока что еще, конечно, не 14 лет, но сегодня я уже сказала, что мне 14 лет, хотя, как бы, ну, это уже было на подсознательном, то есть я не подумала, сколько мне лет. Но мне 14 лет исполняется именно вот 6 мая. Вот. Все, даже те, кто не были, кто меня поздравит 6 мая, я вас всех очень сильно люблю. Не было трех моих друзей, это Влад, Ульяна и Даша. Вот, я очень жалею, как бы, что их не было, но в силу обстоятельств они не смогли быть на моей днюхе. Вот, очень сильно всех люблю, всем огромное спасибо. Увидимся с вами в следующем видосе, в следующем влоге. Ну а пока, пока. Thank you.